философии компании «Беларуснефть» традиция единства и развития – это формула успеха. Поэтому вот такие духовно-просветительские, образовательные марафоны, они крайне важны и очень близки к нам по понятиям, потому что в первую очередь они призваны вызвать чувство гордости за историю своей страны у наших граждан, за ценность того, что уже создано в суверенной Беларуси, и сплотить для успешного будущего нашей родной страны. А если порассуждать, что такое единство, то как и для компании «Беларуснефть», так и в целом для наших граждан, это многогранное понятие. В первую очередь, это национальное единство. Потому что общность, вот, национальная идентичность, которая связана языком, культурой, традицией, менталитетом, это все то, что делает Беларусь единым народом. Это социальное единство, потому что сегодня гражданам предоставлены абсолютно равные права и равный доступ к образованию, к здравоохранению, ко всем социальным благам, которые сегодня созданы для наших граждан в нашей стране. И это, можно сказать, и экономическое единство, потому что, опять-таки, созданы равные условия для всех видов экономической деятельности, для всех отраслей промышленности. Это и политическое единство, потому что те партии, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, они, по сути, имеют схожую философию, которая полностью коррелируется с национальной идеей наших белорусов вместе за сильную процветающую Беларусь. И, конечно, это единство между народами, потому что белорусы – это мирные люди, и они готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми национальностями, странами мира, но при одном условии – для того, чтобы каждый из нас услышал, что Беларусь – это суверенное социально-демократическое государство, которое имеет свой электоральный суверенитет, свою культуру и развитие.